Половина проспекта Ленина отремонтирована. Эту информацию во вторник сообщило агентство по муниципальному заказу ЖКХ мэрии Ярославля. Ремонт ведется по четной стороне проспекта. Идет укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня и благоустройство тротуаров. Также работа кипит на улице Дачной. Здесь подрядчик устанавливает шпунтовые ограждения, ливневую канализацию и перекладывает сети связи. А вот на Урицкого ремонт приостановлен. Контракт заключен с компанией «Трасса» и рассчитан на 2 года.